Привет, друзья! Это мое новое видео. Его я записываю прямо по дороге на тренировку. У нас сейчас интересный этап подготовки, с которым мне хочется поделиться и сделать такие отдельные части нашего подготовительного процесса. Сегодня я приглашаю вас с нами на работу в фитнес и посвящу целое видео этой тренировке. Будет интересно. Этап подготовки серьезный, мы создаем фундамент, который будет помогать нам в дальнейшем чувствовать себя хорошо, быть сильными, выносливыми, резкими и все, что с этим связано. Ну что, пошли работать, пошли тренироваться. Мы идем в зал. Волейбольный зал, как вы уже помните, прямо, фитнес направо, но сейчас я иду в волейбольный зал для того, чтобы размяться, сделать профилактику. У нас сегодня две группы, кто-то работает в зале, кто-то в фитнесе, потом мы меняемся. Разминаемся, делаем профилактику, готовим свое тело и идем работать железом. Привет, доброе утро, Таня. Доброе утро. Как спалось? Прекрасно. Готова к работе? Очень, очень готова. Наши, смотрите, тренеры, аналитики, статистики. Каждый раз на каждой тренировке анализируют, смотрят, разбирают, ищут наши недостаточки, да? Недостаточки соперника, прежде всего. Так, ну ладно, мы поговорим на эту тему, спалим. Первая группа работает с мячом, а мы начинаем растягиваться и готовить себя к тренировке. Юль! Чего? Это смешное видео. Решила передать себе боль. Растяжки мышц? Ага. Молодец. У Кати какие лосины сегодня веселые. Да, это. Она вместо... в джунглях? Вместо моря пальмы будут в ногах. С цветочками. Можно мне еще коктейльчик? Юлька, ты похожа не на море все-таки. Я просто без коктейльчика. Боже. Да? Разминка закончилась, идем в фитнес. Девочки молодцы. Тренеры молодцы. Девочки молодцы. Это программа Татьяны Кошелевой. А это я. Коль, скажи, пожалуйста, как называется наша работа, которую мы сейчас делаем в фитнесе? Сейчас мы перешли на режим эксцентрической работы, и за все сборы я планирую пройти все три этапа нагрузки. Это эксцентрические, изометрические и концентрические. И наши игроки будут сильными.
таких слов не знаю, эксцентрический, экзометрический. Изометрический. Изометрический. И концентрический. И концентрический. Коль, покажи вам программу, пожалуйста. Так выглядит экзекуция сегодняшняя. Не совсем легкая, но еще и не тяжелая. Это очень трудно, честно вам скажу. Коля просто позитивный в своем настрое. Потому что я этого не делаю. Да, это правда. Ладно, начинаем. Еще хочу сказать важную вещь, что круто, когда ты приходишь в тренажерный зал, за тебя все продумали, додумали, подготовили. Тебе надо только прийти и сделать. Не включать свой мозг, включить свое тело и большое желание работать. И в этом, мне кажется, заключается профессионализм, когда каждый на своем месте. И я очень благодарна доктору Николаю, фитнес-тренеру, и всему тренерскому штабу за то, что мы можем просто работать и прибавлять изо дня в день. Первые три упражнения делаем вместе. Сейчас буду показывать, как это выглядит. Следующие три упражнения. Программы. Раз, два, три. Николай, объясни, что нужно сделать. На гиперэкстензии, да, Коль, сначала делаем с блином? Да. С блином. С блином. С блинчиком. 15 килограмм. Ну, здесь просто груди держим. Обязательно в конце напрягаем максимально ягодицы, не перегибаясь. Угу. Второе упражнение. С резинкой на колени? Статически, да. Опускаешься вниз. Делаешь в динамике, открываешь таз и здесь остаешься потом 40 секунд. Угу. Также коленями давишь в сторону. И третье. И третье? И боковая планка для косых мышц кора и приводящей мышцы с бедра, верхняя нога наверху. Угу. Нижняя просто в воздухе и опускаем таз вниз, таз вверх. Отлично, поехали. Давай, Коль, кулачок тебе. Осталось два заключительных упражнения. Вот они. И Николай. Это что? Объясните, пожалуйста. Знал бы что сам. Это? Я так подозреваю то же самое, что делает Дарья, да? Да. И то, что делает Тамара. Тамара. Так, значит, два этих чудесных
упражнение. Подвиньте на каждую сторону. Тамара у нас рисует, учит русский алфавит, рисует буквы руками. Так. А, Б, В. И Дарья на босу. Дарья, каждая нога по минуте касается конусов, да? Прорабатывает свою проприоцептивную систему. Страшные слова сейчас слышу. Да, язык не очень понятен. Начнем. Закончила, тренер. Спасибо большое. Давай. Тренировка закончена, я с чистой совестью, хорошим настроением ухожу из тренажерного зала. Ну а вам хочу сказать спасибо, что были со мной, что смотрите, что ставите свои реакции, комментарии, лайки, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. Пока-пока!